Yeah.
Господь, мы воздаем Тебе славу. Мы просим сегодня Твоего присутствия здесь. Возьми этот зал, Господь, и наши сердца. Наполни нас, Господь, Твоим словом, Твоей истиной и Твоей силой. Каждый стоящий здесь, мы поднимаем руки и воздаем Тебе славу. Мы просим, чтобы все сокрушенные сердца были исцелены. Все больные тела были исцелены, Господь. Мы просим, чтобы сейчас Твоя целительная сила излилась на каждого, чтобы каждый получил свое исцеление. Мы благословляем каждого стоящего здесь. Всякого вида проблемы пусть будут убраны. Вещи, которые приносят боль и страдания, то иго, которое они принесли это бремя в церковь, возьми, просим Тебя, потому что Ты сказал, я возьму ваше бремя и дам мое. Мы берем Твое бремя, которое сладко. Мы просим, помоги каждому здесь. Господь, и также мы молимся за нашу страну, за Армению. Благослови Армению, чтобы она была благословенной страной, наполненной Словом Божьим. Во имя Иисуса Христа, дьявол, убери лапы от нашей страны. И просим, Господь, благослови нашу страну сверхъестественным благословением. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Иисусу, возлюбленные! Повернись к соседу, поприветствуй, если еще не успел поприветствовать, и присядьте в присутствии Божьем. Спасибо вам! Как сказал Баграт, мы думали, один раз собираемся в этой стороне, другой раз в этой стороне. Когда мы будем в середине, как мы будем собираться? Наверное, с обоих сторон, но мы верим, что мы дойдем, и зал будет завершен. Слава Иисусу, возлюбленные! Мы видим чудеса Божьи. И думаю, в нашем здании так много зеркал. Однажды я был в одной церкви за границей, и пастор сказал: «Знаешь, зачем очередь? Почему очередь в женский туалет?» Я сказала: «Почему? Не для туалета самого, а для зеркал». И мы решили сделать много зеркал, и у нас много зеркал. И не надо обязательно спускаться в туалет, вы можете посмотреть наверх. Конечно, это юмор. Надо быть дальновидцем или дальнозорким и иметь хорошее зрение, чтобы видеть себя. Но я вижу, как будет красиво все, хорошо здесь. Слава Иисусу!
мы вместе сделали это. Знаете, возлюбленные, сегодня я подготовила одно слово. Я думаю, что оно поможет многим из нас и будет двигать нас вперед. Во время этих конференций, которые прошли здесь, это слово, эта мысль просто витала в церкви, и затем Господь водительствовал, что нужно и можно говорить об этом в церкви. Знаете, интересная одна вещь. Зачастую мы как-то сомневаемся, смущаемся в каких-то делах, которые происходят с нами. Но проходит время, и ты говоришь, я прошел через это, и вспоминаешь, смеясь, все эти проблемы, все трудности, которые были. Сегодняшняя проповедь, которую я подготовил, называется «Все обернется к лучшему». Аллилуйя! Кто хочет, чтобы все обернулось к лучшему? Каждый из нас хотим этого. Но знаете, что интересно? Что к лучшему? Может быть, сегодня что-то плохо, но все должно обернуться к лучшему. Мы все хотим. Но как вы думаете, если не будет того, кто обернет это, обернется, значит, надо, чтобы был тот, кто обернет. Вы видели железнодорожные пути, когда меняют стрелки? Кто-то берет и меняет. И поезд и направлялся в одном направлении, вдруг он меняет направление. Значит, кто-то поменял направление этого поезда. И я верю, что Господь также может поменять стрелки, и ты не видишь выхода, и думаешь, что ты погибнешь, но кто-то поменяет эти пути, и ты пойдешь по правильному пути и будешь счастлив. Аминь. И Господь все оборачивает во благо. На самом деле есть такое понятие, что в древние века, в 15 и 16 века, Кальвин был в таком учении, где было, где культивировалось предопределение. То есть, если ты это свяжешь не с служением, а что каждый человек предопределен что-то делать, ты должен все понять и правильно идти по своему пути. Есть предопределение для каждого из нас. Давайте назовем это званием, что каждый из нас призван что-то делать. Ты скажешь, какое это имеет отношение к предопределению, что все должно обернуться ко благу. Скоро увидите, что все имеет связь друг с другом. Я бы хотел, чтобы вместе прочли Евангелие от Матфея, 5 главу, простите, 16 главу. К 5 мы еще подойдем. Евангелие от Матфея, 16 глава, 13 стих. Место, которое наизусть знают многие верующие. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебя это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Интересная вещь, которую Иисус сказал самому Петру. И когда Петр получил откровение и сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», Иисус ответил, сказал, «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой». Кто когда-нибудь принимал Христа как своего Господа и Спасителя? А когда он получал откровение, все из вас, сегодня можно также сказать слово, что блаженны вы, что не кровь и плоть открыли, но у вас есть отношения со Святым Духом. И я здесь вижу та церковь, которая построена в силе Божией, врата ада не одолеют ее. Знаешь, если врата ада не одолеют, то ни один человек, никакая организация не могут победить Церковь Живого Бога.
Нерон в течение всей своей жизни пытался разрушить Церковь Божью, но ничего у него не получилось, потому что врата ада не могут одолеть живую церковь. И в течение всей жизни, знаете, мы видим, начиная с первого века до наших дней, всегда делались попытки остановить церковь, но дела дьявола разрушены, потому что сила Божья на живой церкви. Слава Иисусу! И я верю, что церковь предопределена для этих времен. И я верю, что есть церкви, может быть, они просто называются церковью, но, может быть, это просто собрание верующих, может быть, несколько человек собирается просто поговорить, но я вам скажу одну вещь. Если это называется церковью, она никогда не разрушится, она будет увеличиваться, укрепляться и наполняться силой. Один человек сказал мне: «Помоги мне». Это было в России. Я сказал: «Почему?» Он сказал: «Церковь разрушается». Я сказал: «Если церковь разрушается, то не надо помогать, пусть разрушается, потому что настоящая церковь, истинная церковь, никогда не разрушится, что бы ни было, она еще будет сильнее, будет укрепляться. Что бы плохое ни происходило вокруг, все Господь обратит во благо. Слава Иисусу!» Возлюбленные, в вашей жизни, что бы ни происходило, если вы в Господе и предопределены в служении, все обернется во благо. Я хочу прочесть слово из Слова Божьего, и это на самом деле коснется твоего сердца. Послание к Римлянам, 8 глава. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Давайте предопределение уберем в одну сторону, потому что в других переводах немножко по-другому звучит. Те, кто призваны, этим людям Господь все обернет ко благу, все содействует ко благу. А сейчас подумай, в какой этой ситуации, и я скажу тебе, эта ситуация обернется Господом во благо, потому что так говорит Слово Божие, и мы должны верить Слову Божьему. Это написано в послании к Римлянам, 8:28. Знаете, я думаю о 90-х годах, когда это был 95-96 год, нам сказали: у вас уже нет возможности собираться в зале. Мы собирались тогда во дворце молодежи, у нас проходили служения там. В этот момент мы думали: все, что же нам делать, где же нам собираться? Мы пошли в другой зал, и нам сказали: знаете что? Есть закон, что религиозные организации не могут собираться в государственных залах. И я думал и говорил: Господи, Твоя рука, почему Ты не помогаешь? Скажи со мной вместе: Господь оборачивает все во благо, все содействует ко благу. Аллилуйя. Если бы нам, церкви, позволили бы проводить служение в залах. Мы бы до сих пор проводили бы служение в холодных залах. И только потому, что нам не разрешали проводить служение в государственных залах, сейчас Армения наполнилась очень многими церквями. Слава Господу! Видите, все содействует ко благу. Когда мы начали строить, и другие начали строить, и мы удивлялись, потому что когда мы брали деньги, какие-то кредиты из банка, что мы могли строить, банки говорили нам: религиозным организациям мы не имеем права выдавать кредиты, есть такой закон. Спросили: а почему в других странах нет такого закона? Слава Богу! Сегодня мы заканчиваем строительство зала без всяких долгов. Слава Господу! Аллилуйя! И мы так рады, что на самом деле Господь может все.
все обернуть и содействовать ко благу. Давайте приведем несколько примеров из Библии, а затем несколько примеров из нашей жизни. Как вы думаете, кто помнит то место, когда Петр не смог поймать рыбу? Опытный рыбак не смог поймать рыбу. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 5 глава, 4 стих. Петрос ասում է այդ ժամանակ դեր Սիմոնը. Ողջ գիշեր աշխատեցինք, ոչ մի բան չբռնեցինք. Сказал ему Симон: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Вот давайте представим положение Петра. Там были еще хорошие парни, которые последовали за Господом. Но здесь мы видим Петра, но там был и Иоанн, и другие. И все они были вместе. Знаете, что я подумал? Что я подумал об группе апостолов? Я увидел, что они были неудачливыми рыбаками. Какой-то период времени они были удачливыми, а потом стали неудачниками. Может быть, у тебя тоже есть неудачи, и ты связываешь это с твоим счастьем, с твоей жизнью. А может быть, эти неудачи, именно твоя удача? Ночью Петр, наверное, сказал: давайте еще раз закинем сети. Закинули и вытащили пустыми. Закинули, опять вытащили пустыми. Я думаю, что они также слушали Иоанна, они помолились, были богобоязненными, они сказали: «Господь, ты можешь дать нам рыбу, ты знаешь, наши дети голодны, наши жены голодны, просим тебя, дай рыбы». И они молились так искренне, это мое представление, это не теология. Они забрасывали сеть, и снова сеть была пуста. Почему? Знаете, почему? Мы видим, они стоят на берегу, моют свои сети, и Иисус подходит к ним и говорит: «Можно войти в вашу лодку? Как по-вашему, если бы они в это время поймали бы рыбу, где бы они сейчас были бы в этот день? Они точно были бы на базаре, на рынке. Я вам скажу, если бы они поймали рыбу, они не были бы на берегу. Они были бы на рынке и занимались бы торговлей». Я столько видел, когда люди приходили и говорили: «Так у меня хорошо шли дела, сейчас так плохо идут, помолитесь». А я всегда хочу сказать: «А где вы были, когда ваши дела были хорошо? Не было времени, вы были на рынке». Знаете, еще раз повторяю, если бы они были удачливыми рыбаками, и лодка была бы полна рыбы, они бы в этот день были бы на рынке. Но даже если бы не были бы на рынке, не было бы места в лодке для Иисуса Христа, потому что единственная лодка была лодка Петра, которая не поймала рыбы, и она была пуста и свободна, чтобы Иисус вошел и проповедовал. Представляете, неудачливая лодка становится платформой для Иисуса, чтобы Он встал и проповедовал первый раз после Нагорной проповеди, откуда Он спустился, чтобы Он проповедовал Слово Божие в Израиле. И Он начал свою проповедь прямо на берегу моря. Может быть, в это время для Петра это было что-то обыденное. Кто-то поднялся, проповедует, но Петр не понял бы. Он потом понял, что произошло что-то историческое, что после этого я уже не рыбак. После этого я уже не рыбак. Я после этого апостол. Возлюбленные, сегодня имя Петра знают все. Даже во время коммунистов, когда Евангелие пряталось, когда мне хотели сделать замечание, говорили: не ставь себя Петра и Павла.
такое армянское выражение. Я думаю, откуда он, нашим бабушкам и дедушкам известно это было имя, Петр, Павел, многие из вас слышали. И я думала, откуда мой коммунист, дедушка, который никогда не читал Библию, никогда не заходил в церковь от рождения, откуда он знал, кто такие Петр и Павел? Я был маленьким, и он, не понимая, проповедовал мне. Каждый раз, когда он говорил про Петра и Павла, я все время спрашивал, кто это такие, Петр и Павел, и думал, что, наверное, они какие-то очень хорошие люди же, что всегда меня ставили их в пример. Я вам рассказывала, что когда в Риме я стоял у храма и смотрел, это такой маленький, этот храм такой огромный, и столько архитекторов работали, ты можешь видеть разные периоды времени, и спрашиваю, что это за храм, и говорят, это храм Петра. И ты думаешь, это тот Петр, рыбак, которому не повезло? Но когда видишь все умные институты, изучают, что написал рыбак Иоанн и рыбак Петр, и думаешь, когда это началось? Это началось в тот день, когда они не поймали рыбу. Таким образом, если сегодня что-то у тебя не получается, ты пришел пустой, я скажу тебе, Господь, все обрати, скажи, все обрати во благо. Аллилуйя. Слава Иисусу. И то же, что относится к церкви, я верю, что наша церковь определена для сегодняшних времен. Спросишь, почему? Потому что, начиная с 90-х годов, у нас есть нападки, у нас есть гонения, но это все содействует ко благу. Один раз по телевизору сказали такие вещи, что слово жизни такая, всякая, такие вещи... Такие материалы печатают только там про меня особенно. Только там мое имя и фамилия правильные. Дело назад тоже напечатали. Знаешь, что написали? Не знаешь, смеяться или плакать, что я финансирую какие-то секс-шопы. Оказывается, что это я. Но смешно, знаете, не то, что кто-то написал, а смешно то, что кто-то написал, а другие напечатали. Ну, вот представьте, если о ком-то напишешь, значит, надо печатать. И знаете, когда я это прочел, знаете, что я подумал? Скажите, что я подумал? Они хотят, чтобы мы заботились, чтобы переживали, плакали. Но нет, так как у нас есть Слово Божие. Знаете, какое слово я прочел? Какое слово я прочел? Как только я открыл, газеты мне прислали. Посмотри, что напечатали про тебя. Я открыл свою газету и прочел. Блаженны вы, если будут гнать вас, по причине меня радуйтесь, потому что награда ваша велика, потому что так гнали пророков и до вас. Да, сегодня это снимается. Мы не двигаемся их газетами. У нас есть наша газета, которая есть Святое Евангелие. Аллилуйя. И таким образом, я так рад, что я нахожусь в правильной, в истинной церкви, которая определена для правильного времени, и нахожусь в правильном служении, которое определено для этих времен. До нахождения в этом служении. Ты скажешь, откуда ты это знаешь? Потому что ни одно гонение не смогло остановить нас. Никакая ложь не смогла остановить нас. Знаешь, иногда тебе смешно становится, когда наше телевидение показывает, о, посмотрите, как опасно. И показывает какой-то такой кадр, когда кто-то проповедует. Ну и что? Человек проповедует. Был 2000 год, напечатали. Посмотрите, что происходит в церкви, слово жизни. И одна женщина вот так вот стоит, молится. И один парень вот так вот на коленях молится. И что они делают, я так смотрю своим взглядом. Ну и что, где-то молятся. Молились, молимся и будем молиться.
Слава Иисусу! И таким образом, Петр, если бы поймал рыбу в этот день, он никогда не вошел бы в эту лодку, Иисус. И я скажу тебе, брат и сестра, если ты сегодня думаешь, почему я прохожу через такие трудности, почему столько трудностей со мной происходит, я отвечу тебе, чтобы Иисус вошел в твою лодку, чтобы Христос вошел в твою лодку. Если Христос вошел в твою лодку, ты благословенный человек. Скажешь, а почему столько всего произошло? Послушайте внимательно. Не Господь ведет, а дьявол, но Господь содействует. Господь не ведет, а Господь оборачивает ко благу. Это означает, что дьявол... Ну, вот как вы думаете, давайте возьмем жизнь Иосифа. Как, по-вашему, Господь вложил в сердце братьев Иосифа такое откровение, чтобы они продали Иосифа? Я один раз слушал такую проповедь, что Господь вложил в сердце братьев желание продать брата. Нет, Господь не хотел этого. Но скажите, а если бы Иосиф не был бы продан в Египет, то как было бы? Ну, было бы по-другому, Господь знает. Но так как уже так произошло, не так, чтобы Господь имел одну программу и действовал. Это... Нет, Господь говорит АБВГД. Хотите по-русски, хотите по-армянски. Знаете, когда продали Иосифа, может быть, это была какая-то Б-программа, но в Египте Господь все содействовал во благо. И тут дьявол сказал, ага, он попал в хорошие руки к Потифару, я сейчас его брошу в тюрьму, в самые низы, в самое низкое место. И там Господь говорит, теперь включайте программу Г. Аллилуйя, Господь все обернул. И там включается программа Г. И что происходит? Он начинает пророчествовать в тюрьме. Очень опасно сажать пророка в тюрьму. Во время Иосифа он стал пророком, и он пошел к фараону, и там произошел план Божий. Если даже весь мир будет против тебя, если ты призван, и ты находишься в призванной церкви, в призванное время, делаешь призванные дела, зная, что бы ни происходило, Господь обернет, содействует ко благу. Я знаю одну девушку в России. Она прекрасная сестра. Но она не по сегодняшним стандартам. Она не была такой худой, как сейчас, как сегодняшние стандарты. Она была полной. Всегда соблюдала какие-то диеты, что-то делала. И я говорил, ну и как? Она говорит, я так устала от этих диет. На меня ничего не действует, я даже воду пью, толстею. И она очень мечтала выйти замуж. И как всегда она думала, что ее несчастье в ее полноте. Знаете, она очень была закомплексованной. Бывает так, когда человек сам себя слишком гонит. Знаете, что из Европы приехал один парень в их церковь, он был проповедником, но решил жениться в России. Он пришел в церковь, начал проповедовать, он должен был жить один месяц. Все такие девушки проходят мимо, и ему никто не нравится. И вдруг эта девушка проходит мимо и пришла и приготовила кофе, он увидел ее и влюбился. Когда пастор сказал, как интересно, я никогда не подумал, что тебе она понравится, и ты женишься на ней, потому что сегодняшние стандарты другие. Он сказал, я устал в Европе от этих стандартов. У меня одна есть болезнь, которую... Это фобия. Я не могу касаться костей.
когда я касаюсь костей, когда я касаюсь костей, это остается в моей памяти, и что происходит со мной ночью. Мне нужна была нормальная девушка, на которой кости не были бы видны. Скажи, Господь все содействует ко благу. Аллилуйя, слава Иисусу, возлюбленные. Все оборачивается ко благу. Если бы не было этого, не было бы другого, следующего. Я представляю, если бы Петр поймал бы рыбу, он бы не был бы сегодня Петром. Он бы остался бы Симоном. Представьте, если бы царица Эсфирь не получила бы, не узнала бы о приказе, что их будут уничтожать. Если бы этого не было, не было бы свидетельства Эсфирь, которая спасла народ. Возлюбленные, как вы думаете, если бы не было Голиафа, кем был бы Давид? Представляете, Голиаф — это тот человек, который приносил страх и ужас. Может быть, сегодня твои трудности пугают тебя и ужасают. Возлюбленный, я пожелал бы, когда мы будем молиться в конце, чтобы ты стоял на своих трудностях. Твои трудности пусть будут под твоими ногами. Не бойся никаких трудностей. Помните Псалом. Не убоишься ты. Язвы и плохих вестей. Помните, 90-й псалом, живущий под сенью Всевышнего. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, и благословение будет над тобой во веки веков. Аллилуйя. Давайте громко поаплодируем Господу. Аллилуйя. Никогда не попадай под самосожаление. Я проповедовала, что это одна из самых плохих болезней, это самосожаление. Никогда не жалей себя. Возлюбленный, может быть, сейчас твое дело не получается, ты пуст. Каждое пустое место наполнится. Возлюбленный, может быть, ты сейчас себя чувствуешь неудачником. Главное, что Господь придет. На твою неудачу, может, в каких-то проблемах мы сидим, возлюбленные, я хочу сказать тебе, самое главное, это знаете что? Это когда наша вера укрепляется, не умирает, праведник, вера жив будет. Давайте восстановим нашу веру, которую мы имели в 90-е годы, многие в 2000-е, которые верою провозглашали, получали, провозглашали, получали. Что произошло с нашей верой? Давайте продолжать молиться, возлюбленные. Сегодня некогда церкви ныть и унывать. Сегодня время для церкви провозглашать. И врата ада не одолеют церковь. И мы знаем об этом. Мы верим и точно знаем об этом. А ты — часть церкви. Часть церкви. Один брат сказал мне, ну знаете, да, церковь будет крепко стоять, но знаете, когда кидают бомбу, какие-то осколки отлетают от стены. Может быть, это я буду? Какой дадите совет? Я сказал, меньше играй в игры и меньше смотри фильмы.
человек попал в свои фантазии. Где написано в Матфея, что сатана будет кидать бомбы, это здание вот так вот взорвется, и части улетят, и часть — это он, и непонятно, куда он летит. Нет, возлюбленные. Храм Божий, послушайте внимательно, храм Божий по периметру тысячи километров под охраной, под защитой ангелов Божьих. А Слово Божие говорит, что ты храм Божий. В Соединенных Штатах Америки я говорил с одной женщиной, и ее свидетельство на самом деле было так сильно, когда я услышал ее свидетельство. Она говорила: я жила в одной семье, я из нищей семьи, из необеспеченной, но они были богатыми, и они всегда смеялись надо мной, когда что-то происходило всей семьей, или смеялись над моей матерью, или над отцом, потому что я была из необеспеченной семьи. Печально, но это факт. Часто, когда кто-то поднимается по лестнице, он начинает унижать людей, стоящих ниже. Но знаете, человек, когда силен, когда он принимает всех как себя. Знаете, силен не тот богач, который смотрит сверху, силен тот богач, который хотя бы не финансами, но положением своим поднимает к себе и ставит на один уровень и наравне разговаривает с ними. И она рассказывала, как ее унижали, какие были плохие времена, какие были сложные ситуации. И она сказала: свекровь всегда говорила: как ты попала в нашу семью, ты была не для моего сына. Пришло время, когда она увидела, что муж изменяет ей, потом ее попросили, чтобы она ушла, и она говорит: я взяла ребенка и вышла из этого дома. Я все делала для них, пекла, я каждый раз делала что-то, чтобы им понравилось, но они всегда унижали ее. И в один из дней она взяла сына и вышла из этой семьи, ушла. Она уповала на Господа и знала, что рука Божья праведна и никогда не оставит ее. И в один день остановилась и сказала: Господь, я докажу всем, что это не так. И чудом получилось, что она приехала в Соединенные Штаты Америки, и она начала печь ее же печеное. Сейчас в Соединенных Штатах Америки показывают ее по телевидению, и ее печеное — богатая женщина, которую Господь поднял очень сильно. Все Господь содействует ко благу. Слава Господу! Все Господь обратит во благо. Знаете, было время, мы были в церкви, жили, служили в церкви. Многие из сидящих здесь, мы знали, что, ходя по улицам, мы евангелизировали, молились. Были трудные времена. Не было света, не было надежды. Многие, знаете, когда уезжали из Армении, не только сейчас из Армении уезжают, тогда тоже выезжали из Армении. Для меня чудо. 20 лет я в Армении, более 20 лет, 23 года я в Армении. Ты спросишь: а где ты раньше был? Меньше всего, где я был, это я был в Армении. С 12 лет я не жил в Армении, я жил в других странах. После армии я приехал на пару месяцев, и опять я уехал в другую страну, опять снова приехал, покаялся. Армения связана у меня с серьезными вещами, я приехал сюда, принял Господа, покаялся, опять снова уехал. И знаете что? Я приехал сюда, чтобы здесь жить, я здесь живу,
С 90-го года, и я увидел одну вещь и удивился. С 90-го года этот народ уезжает, и эта страна не опустошается. Кажется, что уже никому не должно было остаться, но как смотришь, кто-то здесь живет. И мы похожи на наши горы, когда воды вытекают и уходят, думаешь, а откуда нам вода? Откуда вода появляется? И уже сколько тысяч лет утекают воды, но они не заканчиваются. Вот как и воды не заканчиваются, так и люди не закончатся в Армении. Господь обратится ко благу. Пусть группа прославления поднимется на сцену. Возлюбленные, это такие трудные были времена. Люди уезжали, мы приехали, мы думали, как будет, что будет, какова будет наша жизнь. Но мы видели руку Божью, мы видели силу Божью на нас. Все оборачивалось во благо, во благо, во благо. Аллилуйя. Здесь сидит Оник, не позволит, чтобы я солгал, потому что мы были вместе в эти времена. Между прочим, следующее служение будет его. Вы будете очень благословенны. Мы были в России, делали бизнес, за ним зарабатывали хорошие деньги. Мы находились в одной очень религиозной такой церкви. И эта религиозная церковь, когда мы там находились, там ответственный, работал с уборщиком. У него было много детей, и мы решили помочь ему. Я помню так приблизительно, так смутно помню. Ну, наверное, приблизительно получал 60 рублей, занимаясь уборкой. Мы подозвали его и сказали, что решили принять его на работу. Он должен был такое, что делать еще рядом. Мы сказали, мы тебе дадим 400-500 рублей, только приходи и работай, чтобы содержать своих детей. И думаешь, ты всегда делаешь хорошо. Вроде бы мы ничего плохого не делали, но оказалось, что мы делаем самое плохое. На следующий день этот брат увидел нас и сказал, знаете, мы поняли, что он посоветовался с кем-то. И он сказал, я понял, что дьявол хочет меня увести к богатству, и я уйду с пути веры. Так как он был ответственным, не так в церкви хорошо принимают людей, которых дьявол уводит. И в конце концов мы сказали, мы хотим выйти проповедовать. В конце концов нам не разрешили. Нам сказали, вы не можете здесь долго оставаться, проповедовать вы не можете, потому что у вас есть что-то. Мы так и не поняли, о чем речь. Но в один из дней мы оказались на улицах Москвы и на Арбате, прямо на Арбате. Может быть, двери церкви закрылись, но двери улиц открылись. Мы стали проповедовать там. Мы подумали, если бы нас оттуда не выгнали, мы не проповедовали бы на улицах. Столько людей каялись, даже на Красной площади. Знаете, на ломаном русском мы проповедовали, и люди каялись. Я вспоминаю эти дни и думаю, Господь, если бы нас не выгнали из этой церкви, вряд ли бы мы бы проповедовали этим людям. Если бы мы не сделали это, не было бы этого пробуждения. И эти пути привезли нас туда, где Лестер Самрал проповедовал. Этот день был для меня судьбоносным. Он рассказывал о народах, о пробуждении, о крови. И я сидел и думал, я должен вернуться в Армению. Я должен поехать туда. Я должен что-то делать для Армении. Знаете, Господь все обернул ко благу. Я столько мест записывал. У меня, ну, знаете, я чувствую, что мы должны помолиться сегодня. Мы определены. И у нас есть Господь. И скажи, оборачивает. Может быть, сейчас твой поезд вот так вот летит в бездну, все равно не упадет. В последнюю минуту Господь поменяет твои пути. Ты пойдешь к жизни. Потому что в тот день, когда мы приняли Христа как своего Господа и Спасителя, именно с этого дня наши пути изменились к вечности, к жизни. Слава Иисусу! Аллилуйя! Здесь
Этот наш чернокожий брат, помните, интересно, в дне этой конференции одна история, кто помнит о царе, кто не помнит, когда царь пошел на охоту, и палец его оторвало, и его друг сказал, «Да, может быть, это во благо?» Прошло время. Его близкий друг столько сказал, что это во благо, что все будет хорошо, и он его посадил в тюрьму своего друга. И через некоторое время его поймали людоеды, и он сказал, «Я король, я царь. Очень хорошо, что ты царь. Мы никогда не ели мясо царя, его готовят, чтобы съесть». И они увидели, что у него нет пальца. И оказалось, что у них есть один такой закон, что нельзя есть человека, у которого нет большого пальца. Они сказали, уходи отсюда. И он понимает, что это было во благо. И он вытаскивает своего друга из тюрьмы и говорит, спасибо тебе, потому что действительно это было добром. И по причине отсутствия моего пальца я избежал смерти. Но, говорит, прости, что продержал тебя столько в тюрьме. Он говорит, ну, это тоже было во благо. Он говорит, ну и хорошо. Он говорит, как это? Ну, представь, если бы я не был в тюрьме, я бы с тобой поехал бы на охоту, а мои все пальцы на месте, значит, меня съели бы. То есть все оборачивается во благо. У нас здесь было служение лидеров, и Сергей Демидович проводил служение, и он сказал интересную вещь. Он сказал, я вырос в коммунистической стране, в время Советского Союза. И его отец был на Украине епископом, и его арестовали. И матери всегда звонили и говорили, случайно, не оставайтесь в вере. В школе дирекция приняла решение перевоспитывать нас. И сказали, как будем перевоспитывать. Они должны дать его на музыку, чтобы он был занят музыкой. Я сказала, мама, знаешь, что хотят сделать? Меня хотят отвезти на музыку. А мать сказала, все, Господь обернет во благо. Коммунисты заплатили за мою учебу, за мое образование, чтобы я стал музыкантом. Прошло 10 лет, и Демидович стал автором песен Советского Союза. Спасибо коммунистам, все обернулось во благо. Слава Иисусу! Ряховский рассказывал, когда арестовали отца, за веру очень много арестовывали, и сказал, что у нас не было денег. У меня, у брата, у матери мы собирали яйца, хлеб, и взяли билет на плацкартный вагон и поехали в Сибирь к отцу. Кажется, что очень трудно. Вот давайте представим эту ситуацию. Это сейчас так романтично звучит. Но представьте ситуацию этой семьи. Отец арестован, не вор, не убийца, но арестован за то, что он верит в Христа. Но семья, знаете, матери этих времен, они проповедовали веру своим детям. Отцы были арестованы. И сколько было пастырей с тех времен? И говоришь, откуда у тебя столько веры? Он говорит, моя мама проповедовала. Она всегда проповедовала веру. И они вот ехали к отцу. И родители видели, что люди видели, что вы маленькие, и все приносили. Лимонад, хлеб. И 7 дней они ехали в Сибирь, где отец сидел. Затем они на машинах дальше поехали, и там начальник тюрьмы сказал, вы не можете увидеть его, потому что вам запрещено, всем можно, но вам нельзя. Это невозможно. Но есть одно. Когда вы увидите, двери откроются, из этих бараков выйдут они, выйдет 100 человек. Если вы сможете увидеть его, другим образом невозможно. Думаешь, какая ужасная ситуация. Вот представьте состояние этой женщины. Представьте состояние этих детей. Они должны увидеть своего отца издалека в тюрьме. И вдруг двери открылись. И он говорит, мне было 7 лет, брату где-то 5-6 лет.
Может быть, я ошибаюсь немножко. И мы, говорит, смотрим, чтобы увидеть отца, и вдруг брат увидел отца и пробежал среди ног милиционеров приблизительно 200 метров и повесился на шее у отца, и они смогли увидеть отца. И знаешь, он что сказал? Отец, не сдавайся, все братья молятся за тебя и передают тебе привет. И его оторвали из объятий отца и привели туда, где были мы, и на него кричали: «Вы, что воспитали?» Его место тоже в тюрьмах. Он встал и сказал: «Послушайте всем, что вам говорю. Я говорит, хорошо учился в школе». Знаете, что такое? Этот ребенок разъяренный. Он сказал: «Я буду хорошо учиться в школе. Я буду очень хорошо учиться. Я стану сильным судьей. Я стану судьей и буду вас всех коммунистов буду судить». Мы приехали, и во время путча, прошло время, он стал и судьей, и в 90-е годы он начал судить. Первый суд над взяточниками-коммунистами провел он. Сегодня он советник президента России по религиозным вопросам. Как вы думаете, это было плохо? В те времена было плохо, но потом все Господь обратил во благо. Слава Иисусу! Слава Господу! Так и Господь все в твоей жизни обернет во благо. Давайте встанем. Аллилуйя! Расскажу последнюю вещь. В Москве я встретил Тони Барнетта. Тони Барнетт, если вы слышали, Dream Center, это он основатель Dream Center, где... Ладно, присядьте на пару минут, это интересная история. Я расскажу вам про Тони Барнетта, и мы завершим. Мы затем помолимся. Тони Барнетт, он старый человек, в пожилом возрасте, ему приблизительно 80 лет. И он рассказал мне интересную историю. Вы знаете, я так был благословлен в Москве, когда я проведывал, потом он проповедовал, но весь день мы провели вместе. Он рассказывал о звездах, о американских звездах, как они приходят, каются. Рассказал одну интересную историю об одной женщине, которая пришла в церковь и сказала... Это было 20 лет назад, 18-20 лет назад. Я хотела сделать аборт. И однажды одна верующая женщина помогла мне и сказала: «Никогда не делай этого, этот ребенок станет знаменитым человеком, не убивай этого человека». И я во сне увидела, что этот человек станет великим человеком. Я пришла к Господу поблагодарить. Знаете, есть один певец, которого очень любят молодежь, Джастин Вибер. Это была его мать. Сегодня этот ребенок также пришел со своей матерью и сказал: «Мы хотим поблагодарить». Мать всегда посещает церковь и прославляет Господа. Конечно, я не знаю, какие песни поет он, какова его судьба, но есть одна вещь. Dream Center — это центр мечты. Они помогают блудникам, наркоманам, падшим людям и приводит их к себе. И он мне рассказал: весь день я провожу с ними, но когда я был молод и женился с одной прекрасной девушкой, но я весь день любил проповедовать. Я шел туда, проповедовал там. И один раз моя жена сказала: «Я больше не выдерживаю, мы не можем жить вместе». И я попросила: «Не оставляй меня». Она сказала: «Извини, но я больше не могу жить с тобой, потому что я устала от этой жизни. Ты всегда с другими, но не со мной». И он сказал, я просил ее, она оставила и ушла. Прошло 2 месяца.
Она позвонила и сказала, я могу вернуться. Я сказала, конечно, можешь. И когда она вернулась, я открыл дверь, мы обняли друг друга, стали плакать и поклялись друг другу, что никогда больше не повторим такой глупости, потому что мы должны служить Господу. И с этого момента у нас родились дети, которые стали проповедниками. И они сказали, если бы мы были бы в разводе, этот сильный сын не родился бы. Но если бы моя жена не ушла на 2 месяца, с таким огнем не вернулась бы назад. Знаете, Господь все оборачивает во благо. И он сказал, когда он рассказывал, мне было стыдно, мы отмечали 20 лет моей пасторской деятельности, моего служения, а он отмечал 50 лет служения Господу. И он сказал, что церковь сделала подарок. Кто был в Лос-Анджелесе, он знает. От улицы Сансет до Дрим-центра приблизительно 2-3 километра. И он сказал, вот так вот было. Красная дорожка проложена. И говорит, я и жена должны были выйти из лимузина, который взяли для нас. Мы должны были выйти из лимузина и идти к народу, к этому центру. И когда мы шли, слева и справа стоящие люди с такими плакатами размахивали, кричали, «Спасибо тебе, пастор!» И на каждом шагу, когда я шел к Дрим-центру, на каждом шагу была история. Но в конце стояла женщина, которая подняла плакат, и написано было «Спасибо вам, я живу сегодня». Я остановился с женой, и начали плакать. Оказывается, знаете, что они очень много работают в трафике. Женщины, которых продают к половому пленению, к сексуальному. Самое ужасное в этом мире, когда женщина, которая рождена по образу и подобию Божьему, стать женой и матерью, а система этого мира превращает эту женщину в кусок мяса для каких-то сексуальных развлечений, и забрали у этой женщины паспорт, все документы, и она в один из дней забеременела. И родился ребенок, и этот ребенок стал для нее утешением. У нее не было родителей, у нее не было ничего, у нее был только ребенок. И она жила этим ребенком. И в один день пришел сутенер и сказал, если ты не выйдешь на работу, я убью твоего ребенка. Она обняла ребенка. На следующий день должна была выйти на работу. И у ребенка поднялась температура, и она не смогла выйти на работу. И этот мужчина, сутенер зашел и убил ребенка, расстрелял ребенка. И так избили ее, что она никогда в жизни не могла иметь детей. И другая женщина из этих позвонила в Дрим-центр, позвонила и сказала, я знаю, вы помогаете людям. Никто не может помочь моей подружке. Она умирает уже дома. Больше 10 дней никто не заходил к ней домой. Когда мы пошли, взломали дверь, мы увидели один скелет окровавленный. Сидел там. Вы знаете, что значит женщина, которая использована, которая была избита, окровавленная, лежала на земле. И он сказал, я ее обнял, я верил, что она будет жить. Я чувствовал, что ее пульс еще действует. Мы привезли ее и реабилитировали. Ее год кормили и выводили на прогулку. И сегодня эта женщина руководитель нашего юношеского служения, известный проповедник. И она стояла в конце и говорила «Спасибо» с плакатом, с благодарностью. Господь действует сегодня в жизни каждого из нас, чтобы мы нашли и спасли такого сокрушенного. Не обязательно ехать в Соединенные Штаты Америки и искать на улице Сансет такого человека. Столько в Армении, столько людей, которые ждут нашей помощи.
церковь, поверьте, в конце жизни, когда мы пойдем на небеса, я верю, за каждого из вас, возможно, будет постелена такая красная дорожка, где люди, которым ты помог, с плакатами «Спасибо» будут встречать тебя. И в конце концов, пойдешь к Отцу, и Отец скажет тебе «Спасибо тебе, добрый и верный раб». Аллилуйя. И я подумал, знаете что, если у нее, эта женщина, если не дошла бы до такого стресса, не перешла бы через это, она бы не дошла бы до этого, не помогала бы этим людям. Это что-то сыграло в их жизни. Если в вашей жизни вы получили какой-то удар, этот удар используйте во благо. Аллилуйя. Это принесет пользу вам. Это принесет пользу вам. Господь обернет все во благо любящим Его. Кто любит Господа, значит, не сомневайся, все обернется во благо. Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте встанем сейчас, возлюбленные, давайте споем Господу. Аллилуйя! Продолжайте поклоняться. Господь, посети это место. Не стой просто так. Может быть, сегодня, в эта минута, которую Господь хочет посетить тебя, не останавливая то, что Господь еще не закончил. Открой еще больше твое сердце перед Господом. Аллилуйя. Начинай молиться сейчас. Начинай видеть все неправильное в твоей жизни, что было. Все, что сейчас происходит в твоей жизни. И знай одно. Если ты любишь Господа, Господь все обернет во благо. Все обернет во благо.
Аллилуйя. Продолжайте молиться. Знает все, знает твою жизнь. Он начало, конец. Я верю в рукоположение. Не каждый раз в нашей церкви мы возлагаем руки. Но, возлюбленный, если ты нуждаешься, чтобы твоя вера возросла, чтобы она сильно возросла, чтобы ты на самом деле верил, что Господь может все содействовать, все обратить. Сегодня наши пасторы здесь. Мы будем стоять здесь впереди. Я прошу, встаньте здесь впереди. А вы... С какой стороны хотите? С какой стороны хотите, подходите. Сегодня нас немного. Зал не так полон сегодня. Подходите, чтобы они помолились. И если ты будь внимателен, если ты нуждаешься, верь, что твоя трудность обернется во благо. Давайте прославлять Господа. Подходите, возлюбленные. Неважно, кто для вас молится. Главное, чтобы... Они возложили руки. Главное, чтобы они молились для тебя. Кто-то имя служения получает новое служение. Новую силу его служения получает. Аллилуйя. Ты предопределен. Каждый из вас для служения. Каждый из вас. Предопределен для больших дел быть в силе Божьей. Подходите, чтобы они помолились за вас. Когда Дух Божий действует, подходите. Многие ждут, чтобы подойти для особой молитвы. Послушайте, сейчас время, сейчас подходите для молитвы. Аллилуйя. Давайте споем. Ասված կոզորություն ու տողկայիս մարդկանց վրա, Հիսուսի անունով,
Да, Отец, Господи, чтобы ты все обернул во благо жизни каждого, что сейчас происходит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы говорим восстановление веры во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы вера каждого была восстановлена. Как вошел ты в лодку Петра, войди в лодку каждого, Господь. Вера. Пусть вера поднимется здесь. Отец Господь, пусть их вера поднимется. Все, Господь, содействует по благу. Молитесь, подходи сюда, начинай видеть. Я не знаю, что будет благим для тебя, но Господь все обернет во благо. Приходить сюда со смиренным сердцем, веря, что Господь сделает чудеса в твоей жизни, все обернется во благо. Никогда не думай, что это произошло со мной. Не суди себя, и пусть само сожаление не приходит к тебе. Просто знай одно: Господь все обернет во благо. Бери эту молитву и с верой иди к себе домой. Я верю в большие чудеса. Я верю в большие свидетельства. Возлюбленные, здесь есть люди, которые были служителями и служение сейчас. Было грузом, и пришло разочарование. Все содействует во благо. Не разочаровывайся и поднимайся. Здесь есть люди, которые получали личные удары в жизни. И ты думаешь, почему? Сегодняшний день, почему это произошло со мной? Жди. Через год или два ты увидишь все. Обернется во благо, и ты будешь свидетельствовать. Ты думаешь, а почему не произошло что-то? Слава Господу, что не произошло, потому что Господь все содействует ко благу. Все будет хорошо с тобой. Не слушай свои мысли, а слушай свое сердце, которое на самом деле свидетельствует, что все хорошо. Аллилуйя. Давайте будем продолжать поклоняться Господу. Аллилуйя.
Հավատքը փայեք սիրտս, հավատքով մոտեցեք. Здесь есть люди, у которых была сломанная супружеская жизнь. Еще обрученные разошлись в пути. Я могу видеть сломанные сердца. Ты спрашиваешь, почему это произошло, возлюбленный? Не сдавайся, жди. Все узнаешь. Все Господь тебе откроет, и Господь все обернет во благо. Здесь есть разрушенные семьи. Прошу, не ставь крест на своей семье. Здесь есть люди, как Тони Барнетта, в жизни его. Так и произойдет в твоей жизни. Сила сойдет на твою семью. Сила сойдет на тебя. Аллилуйя. Господь, мы величим тебя. Просто играйте. Мы величим Тебя, Господь. В этот вечер мы опираемся на то слово, Господь, что Ты обернешь все во благо. Аллилуйя. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Слава Иисусу! Аллилуйя! Это обетование Божие, которое мы должны взять. Oh.
Благословляем стоящего здесь каждого человека. Благослови, Господь. Самина корова спас. Тапир козорутюна теш. Слава тебе, Господь. Амен, вам потади деби барин тени маствац. Все оберни во благо, Господь. Концеркери мечен тервун теш. Отдаемся в твои руки, Господь.
Аллилуйя. У меня есть один вопрос. Кто согласен со мной, что если бы не было какой-то ситуации, ты бы сегодня сейчас не сидел бы здесь, что эта ситуация обернулась во благо, и ты сегодня здесь? Кто согласен со мной? Может быть, если бы не было этой ситуации, то человек, который сидит рядом с тобой сейчас, не сидел бы рядом сейчас? Мы окружены прекрасными братьями и сестрами, и Господь все оборачивает во благо. Скажите вместе со мной, Господь имеет силу, чтобы все обернуть во благо. И это относится ко мне. Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Господу! И в конце тем, кто ждет молитву «Отче наш», но если ты сегодня впервые приходи, также в следующий раз, чтобы мы помолились за тебя сегодня, уходи так, на следующий раз мы помолимся за тебя. Давайте вместе скажем молитву «Отче наш», «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки веков. Аминь. Слава Иисусу! Любимые, давайте верить в чудеса. Чудеса не прекращаются в этом мире. Сегодня верьте. У многих до Нового года вы увидите, что все содействует ко благу. Ты скажешь, почему не до сегодняшнего дня? Возлюбленный, как только начинаешь верить, кто был в таком состоянии, в такой ситуации, когда в плохой ситуации, а потом увидел и сказал, слушай, я не понимал, надо было вот так, чтобы было. Было у вас так? Бывает такая ситуация. Просто вы не замечали этого. А сейчас заметьте, как это все оборачивается. Главное, что есть тот, кто оборачивает. Аллилуйя. Главное, что есть тот, кто обернет. Аллилуйя. Главное, что есть тот, кто обернет, что все обернет ко благу. Господь пусть благословит вас. Идите с миром. Кто на машинах, не уезжайте пустыми. Господь пусть благословит, наполнит и защитит вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. На следующей неделе у нас будет чудесное служение. Мы ждем вас. Аминь. Давайте прославим Господа. Kiss, 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 kiss
Вся честь и слава Иисусу. Аллилуйя.